Понедельник, 9 августа, поклонников сериала «Моя прекрасная няня» настигла печальное известие: из жизни ушла актриса Татьяна Жукова-Киртбая. В ситкоме актриса исполнила роль бабы Симы, бабушки няни Вики. Знаменитость подхватила болезнь в отпуске и не смогла после нее оправиться. Жуковой Киртбая был 81 год. По несчастному стечению обстоятельств 81-летняя актриса ушла спустя очень короткий промежуток времени после смерти Владимира Меньшова. Жукова успела поработать с Меньшовым в оскароносном фильме «Москва слезам не верит». Кроме того, есть в этой истории и еще одно совпадение: и Меньшов, и Жукова умерли в одном возрасте. На спектакле она всегда приходила с подарками и сладостями для партнеров и их детей. «Была близким другом моей семьи и человеком огромного таланта», рассказали «Дням» коллеги-артистки.